Третий мост через Волгу увидят только наши потомки. Современному бюджету Ярославской области он не по карману. Такой ответ дал Александр Князьков на своем персональном сайте. Карабулинская развязка, о которой так много говорили власти, скорее всего, обойдется без перехода через Волгу. Строительство является приоритетным проектом. Правительство вело переговоры о мосте с китайскими инвесторами. Концессионное соглашение руководство области не устроило. Сумма оплаты после этого периода, она будет составлять 8-9 миллиардов рублей в год. То есть мы можем все последующее поколение и все развитие Ярославля на этом затормозить. Потому что это означает, что мы должны отдать весь дорожный фонд в погашение нашей задолженности и, соответственно, приостановить все стройки.